Здравствуйте, дорогие друзья! Я Людмила Герасимова, и сегодня хочу поговорить о моей наставнице Маргарите Шипило. Маргарита пригласила меня в сетевой маркетинг. Она пришла раньше меня и имеет опыт. Помогла и помогает разобраться в информации. Пользуясь случаем, хочу ей передать привет. Маргарита, привет! Что я чувствую в сетевом? Так это, наверное, внутреннюю такую свободу. Жить без паники и страха. Хочется взлететь, что-то такое неимоверное сделать. И эту радость нести людям, это идет так от души. Итак, друзья, придя в сетевой, вы не остаетесь один на один. И помните, что у вас есть наставник, который поможет вам разобраться в информации. Я с вами не прощаюсь. Говорю до скорой встречи. Пока-пока.